Покажи в эфире наш Покажи класс! Филя, мне нужна твоя помощь. Скажи, как я выгляжу? Ну, вроде нормально. Нормально? Ну? Но не идеально. Каркуша, что случилось? Я прочитала книжку про Мэри Поппинс. Мне очень хочется быть похожей на эту героиню. Она такая женственная, такая элегантная, само совершенство. Нашла вот шляпу похожую, но, наверное, этого мало. А что Мэри умеет делать? Красиво петь, как наша конкурсантка Кира. Детство наше давно прошло, детство жизни букварь прошло. Лето, осень, зима, и нет весны. Но хранят и весны тепло, но хранят и весны тепло наши детские сны. Действительно красиво. Вот-вот, а я только каркать умею. Да не расстраивайся, ты отлично каркаешь. Настоящие леди не каркают, не шалят, не болтают попусту. Они красиво одеваются, ходят с высоко поднятой головой и обязательно играют на каком-нибудь музыкальном инструменте. Как героиня следующего видео. Она играет на домре. Не то что на домре, даже на бубне трудно играть. Зато ты умеешь летать. Зачем сравнивать себя с другими и кому-то подражать? Ты сама по себе замечательная ворона. Но не идеальная. Идеал у каждого свой. Одним нравятся шляпы, а другим бантики. Думаешь? Уверен. Посмотри, какие разные наши конкурсанты. И какие интересные. Чем шляпа. А я говорил. Друзья, а что вы любите и умеете? Снимайте видео о себе и присылайте нам. В конце года мы наградим авторов лучших роликов. Все подробности на сайте. Будьте собой и не пропускайте наши выпуски. Увидимся на канале Карусель.